Перед вами наш новый ролик. Перед вами Люси, та, что пострадала из-за тяжелых проблем приюта. И это не совсем наша вина, друзья. Мы стараемся изо всех сил. Мы очень благодарны вам за помощь. Но корм для нас – это самая тяжелая проблема. Это постоянная наша боль, постоянная наша нервотрепка. Ребята, корм, корм, корм и корм. Нам с трудом удается насобирать на каких-то 10 дней, а они пролетают, ребята, мгновенно, незаметно. Я даже не успеваю вздохнуть. А эти 10 дней уже пролетели, и у нас опять нет корма. Сейчас корм есть. Благодаря вам мы его купили. Ребята, но ближайшие 10 дней, и я опять начну хвататься за голову и кричать. Корм, ребят, мои хорошие. Малышка Габи. Она пострадала пару месяцев назад во время вот такой же нехватки корма. Чтобы мы не говорили, друзья, а собака – это хищник, которого мы приручили века назад. И когда она голодна, в ней просыпаются инстинкты. Впрочем, не буду судить именно собак. История доказывает, что человек точно так же звереет и дичает, когда он голоден. И способен на все что угодно, вплоть до убийства, когда он хочет есть. Звериное начало есть в каждом из нас. Но только разум позволяет оставаться нам человеком. Разум и чувства. Да, можно допустить сюда взволенность, ходить, орать, рычать, махать кулаками. Но ведь для чего-то нам дан разум и даны чувства. Ребята, звери так же, как и мы. Если он хочет есть, он борется за эту еду и защищает даже пустую миску. И как результат страдают слабые. Именно поэтому я постоянно обращаюсь к вам и говорю, друзья, самая страшная наша проблема – это корм. Корм, корм, корм. Ребята, дней 10, а потом я снова буду кричать и обращаться к вам. И я прошу вас, мои хорошие, не бросайте нас. Да, у нас разный уровень жизни, у нас разные понятия о том, как мы должны эту жизнь прожить. И тем не менее, что-то одно общее у нас есть у всех. Доброта, улыбка, радость. Это самые светлые, самые хорошие чувства, которые доступны человеку. И я призываю вас, будьте добрыми, будьте милосердными, будьте радостными от того, что вы помогли. Радуйтесь вместе с нами. И храни вас Бог от проблем, от злобы, от несчастий. Я желаю вам добра, люди, и благодарю за то добро, что вы отдаете и делитесь с нами. Я благодарю вас. Спасибо. А еще посмотрите на тех, кто в этом ролике. Их жизни спасли вы. Потому что мы не можем собирать деньги только на корм и все. Мы просим вашей помощи на все нужды приюта. Где-то надо купить доску, где-то надо купить гвозди. Где-то заплатить за электричество или за вывоз мусора. Приют – огромная организация, которая уж должно спонсировать государство. И, к сожалению, отклика пока нет. Но мы очень надеемся, что отклик будет. Просто очень надеемся на это, ребят.
А пока мы живы только благодаря вашей помощи. И эта малышня, и эти искалеченные, эти порванные, эти поломанные. Ребята, все эти животные, что у нас в приюте, они живы благодаря вам. Я хочу, чтобы вы посмотрели эти ролики. И поняли одну вещь. Вот это все только благодаря вам. Не стесняйтесь, мои хорошие, посылать даже мизерную помощь. Приют вам будет очень благодарен. Как благодарен все эти годы, что вы с нами. Я желаю вам счастья, добра, любви. И я благодарю вас от всей лохматой души. Благодарю вас.